Я уже не один раз обращался к вам. Вы попросите наших братьев, такие прекрасные программисты у нас есть, работают. Ведь люди, которые даже пожилые, они вполне могут этот планшет у себя иметь. У нас установлена молитва, каждые 2 часа раздаются сигналы, и со всего мира буквально, там с разных стран начинают молиться, 100-поклонная молитва. Мы знаем нужды друг друга, о чем молиться. Вот здесь говорили, а вот Галина Загуляева, ее брат болеет. Мальчишка там Кирилл, мне не сообщает, 40 градусов забрали в больницу вроде бы, да? Ну, а и жена его, она Можина, она девичья фамилия, это ее. Она талантом обладает, стихи хорошие пишет. Понимаете, вот и эти люди, вам неизвестно, вы ничего от них не получаете. Ну почему же не поторопитесь? Я знаю даже вот священники, которые все есть, а выхода в интернет нет, они не нуждаются этим. А это неоценимое, неисчислимое сокровище. Сколько людей. Я вот за неделю только сколько получил, если вам сказать, да не поверишь. Только стою сегодня. 3 человека из разных стран. Вы наш духовный отец. Мы через вас пришли в православие. Были там адвентистами, были баптистами. Всей семьей. Сейчас, а другая пишет, мы с сыном решили уже больше не заходить в интернет. Там одна грязь. Но как на вас наткнулись, утром только помолимся и скорее слушать, что у вас там было. Мусульмане заходят, с чему научаются. А вы рядом сидите, и вам как будто это не надо. Вот я что-то дома делаю, переплетаю там что, и вдруг сигналы. Володя там у себя на кухне, все бросили, стали на молитву. Она занимает, ну, не больше 10 минут. Так это 100 поклонов, всех святых призываем на помощь. И у нас группа, вот брат Игорь Владимирович там, очень сильная, я могу это говорить, знает Писание, жития святых. Жития святых, толкования святых отцов, каноны церкви и много чего нового берут из другого. Вот один ходит сейчас по магазинам, его Артем звать, ну лет 25, наверное. Видели, какой здоровый такой парень. И он подходит, так, просроченно, там, ну, сколько там. Ну, просроченно это бывает, там, виноград, яблоки. Но если это то, что не портится, они завтра показывают, комиссия переделает, оно не испортилось. Как же его выбрасывать-то? А он настаивает. Зачем ставите? Там вытряхивает. Вызывает милицию. Он сразу так. У тебя вот надеты. А почему ты не так нос не закрыл? А не он начинает правила все знает и долбит их. Но я сказал. Мне позвонил Вячеслав Семенов, под который знакомый. Я говорю, нужно как-то выйти на него и сказать. Он стоит на опасном пути. Каждый торговый пункт, где там крышуют свои люди, и-то полиция приезжает. То им легче его убрать 100 раз, чем это добивается. Он добивается, значит, тогда жалобы продают не то, и другое. Он с ними сражается, просто смотришь, страшно делается. Полиция приехала, так, на каком основании арестовываете? Или там говорите, дай покажи документы. На каком основании, я спрашиваю? Жалоба была, где жалоба? Ну, в отделе. В отделе? Почему здесь ее нету? Он разговаривает, как будто ищет причину их уколоть. Стоят за ротом, капитан приехал или майор. И Вячеслав написал ему ночью, молитесь за Артема. И ему сразу письмо послал, ты стоишь на грани. Если даже, а получает за это деньги, что он там их теребит. За это деньги хорошее платят. Кто-то там за выгодно, чтобы смотрели, в магазинах было нормально. Он плохого не делает. Много знает, законы наизусть цитирует. Не каждый юрист это знает. Но он все время занимается этим. Но он на опасном пути. Им легче только выходит. А полиции нет, от которой его снимают все время, смотрят, а полиция там за домом стоят. Да легче тебе, тебя убить 100 раз легче, чем за тобой выезжает, и она не может торговать. Он блокирует все. Ну поговорили, а вы этого ничего не знаете. Так это не только это. Какая нужда? Что выходит новое? Люди просто специализируются на этом. И это все мы имеем в интернете. Смотришь, нет. У батюшки нет выхода. Я говорю только за один день, сколько людей сообщают, пришли. Вот журнал называется «Покров» в Метрополии. Он для семинаристов. Статья такая-то, год такое-то написано. И все о нашей общине. Все абсолютно знают. И дальше в конце пишет. К проповедям, миссионерским трудам Игнатия Лапкина можно относиться по-всякому. По-разному. Но то, что тысячи людей пришли в православную церковь, не сотни, тысячи, вы куда их денете?
подписывается, доктор богословия, профессор, такого-то там-то в институте, где Павел Бочков. Это в них напечатано. И когда митрополит здесь был, он у меня тут зашел в дом, я ему открыл, так, тут хорошо написано, он подумал, что я жалуюсь. Нет, я говорю, очень даже. Это слишком хорошо. И вы это знаете, при том епископа ничего это не было. Вы не знаете, у него какая-то сейчас неприятность. Мы сразу все на молитве. Нам сразу сообщают, мы сигналы идут каждые 2 часа. Понимаете? Ну, я сказал, кому понятно. У батюшки, у нашего нет выхода. Ну нет, они не нуждаются. Приезжают к нему Иван, который тоже самое нету. У нас сокровища неоценимые. Вот сейчас только подошла сестра. Вот она сидит рядом. Только заказали книги, все книги. 45 тысяч. И за пересылку, и за карьера дополнять. И теперь фотографию, чтобы мне прислали. Уже дошло. Сегодня опять отмеряем. Книги-то кончаются. Некоторые из вас даже картинки не посмотрели. Что-то нормально? А это люди, которые совершенно нам неизвестны. Новые люди. Как-то Игорь Яхлаков. Даже фамилия какая-то не русская. И уже получил. Я говорю, нужно, чтобы ты книги так сложил, красиво, одна над одной, которая главная. Я говорю, ты должен с фотографией. Ему сразу 3 фотографии прислал. И уже ответы пошли. Он так интересуется, что я это все пересчитаю. Новый человек, который будет вести курсы. Это работает на полную силу. Книги-то кончаются, их нету. Некоторые даже картинки не посмотрели у нас. Чего же вы так? Я не имею претензий к вам, это ваше дело, ваш путь. Но люди посторонние. Вот они, трехтомник там, Новый Завет, мы его не можем давать, он кончается. Поэтому только полным комплектом. На полный комплект, ну, сейчас вот, сегодня сейчас будем опять давать, она сама везет, отправляет. И... Да не просто взяла, пошла, механически. Сколько за пересылку? 7 тысяч. А она знает, что есть организация, которая занимается пересылкой и платит меньше. Я говорю, не знаю, это государственный почтамт. Есть дешевле. Пошла 1800, что ли? Сколько там? 1400. А? 1400. Слава. Представьте себе, 7 тысяч. Я к тому пишу. Пересылка на этот. На 5 тысяч сэкономила сестра. Поблагодари ее. Он уже на нее идет. Транспортная компания. Сегодня выходит на меня по интернету один человек. Он... Когда-то вышел. Ирландия, знаете, где находится? В Ирландии. Англия, выше. А он грузин. Вахтанг. К слову сказать, Вахтанг и Кикабидзе, знаете, мое богатство. Вчера он умер. Вчера умер. И мы уже знаем это через 5 минут. И уже можем помолиться. Кикабидзе. Вахтанг Кикабидзе. А этого тоже звать Вахтанг. И он мне узнал про мои книги, заказывает книги. Из Ирландии. Но говорит, мне нет Библии 77 книг. Я тут же пошел в митрополию где-то напротив городской администрации. А с этой стороны церковная лавка. Отдельно сделали. Прекрасно. Но я спрашиваю, Библии есть? Есть. Она достает полная Библия, большая, 77 книг. По благословению патриарха Алексия. Еще есть. Она полезла еще одно, другое издание. Другое, там другое оформление. И бывает из-за них картинок. Другое. При патриархе Кирилле 2 издания вышло. Он меня просит только эту и одну Библию. Я ему 4 посылаю. И дальше это еще раз. Он получает. Получил. Он хотел деньги раньше выслать. Я говорю, здесь евро не работает. Только евро с пересчетом на доллар, а доллар на рубли. Еще потеряем, то не наше. Он исчез, нигде его нету. Целый год. Так там по интернету стали его искать. Это как? Это он вас надул настолько. Да нет, может, что случилось? Что случится-то? Он дальнобойщиком работает там. Грузин. Ну, может, что-то... год проходит, он на меня выходит, простите, я не имел возможности, куда-то уезжал. И сегодня утром я пришел, мы беседуем больше полчаса. Такие у него интересные вопросы, сам веселый всегда. Вахтанг. Я говорю, а что Вахтанг означает? Не знаю. А у них это имя, там 5 только было правителей Вахтангов. Я в интернет зашел, сразу узнал. Волк. Ну как? Владимир Вольфович Жириновский. Вольф по-немески волк, тоже это только на разных языках, а это с арабского там переводится. Я ему сказал, он тут же отблагодарит. Понимаете, это такая живая община. И мы выходим, это называется содружество. А документ который? Пожалуйста. Какие у меня материалы? Я посылаю, он сразу расходится, стихи мои кладут на музыку и поет, и мне выдают. Я ваши сейчас везде распространяю. А один-то я сидел, еще бы сделал-то.
Я прошу, пересмотрите свое отношение к интернету. Не так, как потеряют. Это от сатаны. От сатаны. А каждый год люди приезжают, крестятся, 10 и больше людей. И батюшка вышел и говорит, ни одного человека нет, который через меня пришел и каждый год показывает на меня. Ну, как они придут, когда ты нигде? Он, у меня серьезные расхождения с батюшкой были. Да. Он уезжает, я пришел, прям на колени упал. Не езди, батюшка, уже лежал. Пружинка там у тебя где-то поставлена. Ну зачем едешь? Один и тот же год к Ване, как будто вторая жена там тебе. Зачем ехать, когда бери Евангелие, иди по другим селам, проповедуй-то. Ну, как показалось, даже обиделся. Надо, чтобы как-то загладить. Батюшка, на суде-то Божьем будет спрос не за то, что ты ездил по монастырям. Что там смотреть-то, когда... Евангельского-то ничего нету. Бог будет судить по Евангелию. 12:48 Евангелие от Иоанна говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Я в это поверил. Я умоляю его. А другие, какое тебе дело до батюшки? Он решил, сам распоряжается. Это не любовь. Если любовь, ты будешь заботиться о вечности. Батюшка, не езди. Тебя хоронить некому. Ну, дорога случится еще. Ну, уже только что вышел из больницы, все равно поехал. Да. Я ничего не могу сделать. А почему? Потому что вы-то только сейчас узнаете, когда он уже вернулся. А были бы в интернете знают, молятся и помогают. Которые можете, заведите себе не для игры, для молитвы, обогащения. Тем более там все есть, абсолютно. Любой вопрос задавай, он отвечает. В моих материалах, вот в книгах, берут из Германии, из Франции... И ставят туда. Виктор Николаевич Савченко был. Знаете, как он молился? У него обратилась сестра Ольга. Проходит какое-то время, обратилась мать. Еще немного отец обратился. Они умерли, двое отец и мать. В прошлом году крестили его брата Игоря. Вот недавно он приезжал к нам сюда. В этом году. В этом году. Этот год еще не закончен. Понимаете как? Это идет работа, огромная работа. Ясно дело, что на меня дьявол лютует просто. Там и угрожает, еще только нет. За 2,5 года мне пришлось в черный список занести 18 тысяч человек, которые там с матерками, там с угрозами. А потом, я знаю, никто не прикоснется, пока Бог не сделает это. Бог хранит. Захария говорит, так говорит Господь Бог, касающийся вас, касается зеницы ока моего, говорит Господь Вседержитель. Ну, пересмотрите, которых нету. И... Будьте с людьми, у тебя не будет старости, с угла в угол, холодильнику, до туалета, до телевизора, треугольник. А ты будешь все время молиться. Беды твои будут знать. Тебя помощников будет сколько. Я говорю, вот сегодня утром только сколько получил известий. Да еще с Вахтангом какой разговор был. Он говорит, а когда будет? И спрашивает. Ну, я сегодня отдаю в администрацию нашу, и на неделе будет ролик этот. Люди ждут вот это, что записывают. Как многому учатся, как люди одеты, какой порядок. Это не в одной стране на нас смотрят. Я просто стою с Игорем Барабашом, но дорогу мы делаем за свой счет. Там нельзя было проехать из храма, как выходишь. Только Беларусь проходил наполовину колесо. Я уже вложилась, и считать несколько миллионов рублей в эту землю. 5 прудов восстановили, дорогу. Приезжают, нынче я только за то, что... Брал в соседней деревне бульдозер, 71 тысячу заплатил. Деревня не заплатила за все годы ни рубля. Да мало того, еще бывает и поносит тебя. Вот сейчас были здесь Глушкова, мать спрашивает, а напротив Игоря там, ну, ездишь, знаешь, а когда у Игоря дорогу сделают? Я говорю, матушка, да никто нам ее делать-то не будет. Ну, сделали, завалили. Привезти щебенки, а там 100 метров с лишним, 235 тысяч отдал ее. Да еще обманули, половину привезли. Но делать надо. А вы не знаете даже, что об этом надо молиться. Не знаете. И притом это сильно побуждает. У нас подъем всегда в 4:40. В 5 начинается утренняя молитва со чтением псалтыри. С разъяснением всего этого. И сразу начинает Ольга Симоненко читать. И там сестра у нас принимала крещение с Казахстана, Хапилина Валентина Сергеевна. И почти полчаса читает Библию. Ну представьте, где это встретишь? Полный утреннее правило высчитывается. Володя считает псалтырь, я считаю и другое. А дальше я уже там молюсь и 100 поклонов. И вы рядом и не знаете, как будто не имеете. Вот Татьяна в этом году, в прошлом начала. Ну,
помешало тебе это? Она там была, работает уже, все, установили. Вы сами пересмотрите себя. У тебя не будет где-то голова-то, как попало, думать. А ты знаешь, надо молиться, такая нужда. Сообщили. Вот у Галины она сама Екатерина, а он Роман. Кирилл болеет, Господи. Искренняя молитва. Так мы знаем не только это, всемирного масштаба действия знаем. Где и куда, кто, как выступает и к чему призывает. Мы знаем, молимся о всех правителях. Как звать президента США? Кто знает, поднимите руку. В переводе на русский язык что это означает? Иосиф. Джозеф. И мы молимся. Я задаю простой вопрос. В Российской Федерации за время перестройки совершено 120 миллионов абортов. Это большое государство захлебывается в женской вагине кровью. Что непонятно? Я говорю, есть один глава администрации в Российской Федерации, который запретил аборт и подвел под уголовный кодекс. Кто? Ни один человек еще не ответил. Начинают там собирать, кого попало. Не знаете, назову. Рамзан Ахматович Кадыров. Герой Российской Федерации. У него женщины не расхохмаченные, когда соседание идет, сидят. Все сидят, как у нас. Наших смотрят, говорят, это мусульманки наши. Нет. У нас, мы раньше вас появились. Это на иконах, на Божью Матерь. Посмотри, она в хиджабе стоит. Вот я говорю только то, что за утро ранее. Я встаю обычно 3 часа с чем-то. Чтобы до 4:40 Татьяна мне звонит, чтобы я не проспал. Каждый день звонит. А в 5 начинается молитва. Хотите быть участником? Подойдите к тем, кто этим занимается. Лучше всего, конечно, у нас тут сейчас... Ну, я не знаю, может, с Александром, может, я с мужем говорить. Он это может сделать. Виктор Петеримов, прекрасный. Алексей, это мастера высокого класса. Они помогут, что купить, в каком магазине, где наши люди работают в магазине. И у вас будет стоять он. Я ведь говорю, это мне выгоды-то никакой от этого нет. Вы будете все это знать. Когда вас нету, вы сразу раз только нажали, все узнали, что по какой причине тебя нету. Мне еще об этом говорит, вот отчет будет. Почему-то спрашивают с нас только, что за год было, или там как это, общее собрание-то. А почему вы молчите? Ты встань и скажи. А что скажешь-то, когда ничего нету? У баптистов есть такое песнопение, там поют, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести. Что ты покажешь? Столько лет кто пришел к Богу? Вот у нас люди, которые есть, вот спрашивают, через интернет, через интернет. Вот она сидит, откуда она пришла? Ну, по порядку-то. А это сидели бы, он бы никогда не пришел, брат. А уже знает, где у них занятие идет, он наступает. Но, говорит, брат Игорь пришел, тот спать не будут. Я же слышу, какие отзывы, что дают. Сергей заболел, все, что с ним случилось? Какое его состояние? Где этот человек? То есть все время побуждаем друг друга. Почему? Семья. Вы слышали, Карл Маркс, кто такой? Да. Выпускной экзамен, когда у него был на аттестации. Какая тема была у него? На 15 главу Евангелия от Иоанна. Я, если вместе на виноградной лозе, вы видите, это Карл Маркс. 5 получил. А так как дальше не работали, что получилось? Вы не забывайте, что Адольф Алоизович Гитлер пел в церковном хоре. А Сталин учился в православной семинарии. Но дальше работы не было. Чем это все закончилось? Один лучше другого. Если вопросы ко мне есть, скажите, как сделаться более активным? Потому что, ну, допустим, сейчас сказали, вы получите награду большую. Если там, когда бегают люди, ты первый прибежишь. Ну, пошла бы ты с своим костылем-то. Куда пошла? Под ноги броситься тому, кто тебя перепрыгнет? Да нет. Ну, что говорить-то? Апостол Павел говорит, итак, вы на ристалище бегите, чтобы получить. Я не просто бью воздух, а бью наверняка. Я свидетель. А кто-то не так принимает, не так проповедует. Я и тому, говорит, рад. Я покорил себя Господу. Для всех сделался всем. Я не скрываю о том, что у нас мусульмане иногда, вот Игорь стоит, а мы дорогу делаем. Дай-ка, я говорю, я схожу к нему. Там один еще наш человек. Я говорю, а о чем вы рассуждаете? Я думаю, что зря вы это делаете. У нас же дорога хорошая через кладбище. Я говорю, зачем вы обратно едете? В один конец, да и все. Зачем смердеть-то? А другой говорит, а я не знаю.
Я говорю, а теперь вот посмотрите, как одеты вы ездите в город, продаете тут все. Вы видите, как одеты люди? А почему мусульманки так одеты? По-другому, как наши в храме. У нас только вот они побыли в храме, тут в двери собачью шапку и пошла. Ладно, добился, чтобы собачью шапки в храм не заносили. Это мимикрия называется. А у них вот игумен Сахаров Кирилл приезжал, патриарший Московской патриархии. У него община настоящая. Все богослужение идет по старому стилю. Показывает там с ним Илларион Алфеев служит, бать, патриархи служат. И они какие есть, одеты по форме, как наши. И домой едут, никто не переодевается. Даже в этом возьмите. Это же, я вам рассказывал, как Валентина Сартисон в Америке, в Германии. И она с дочкой Валентина, они приезжали, крещение принимали. Едут по форме. А их заметила. А мы, говорит, дивимся на нее, она все время бегает что-то. Она нас смотрела, думаю, как бы с ней поговорить. Потом смотрю, она в храме стоит, по нашей форме одета, уже молится. Ни слова не говорили, за одну форму только она полюбила их. И поэтому, когда на нас заходят мусульмане, вот я когда говорил, а они увидели, что я с Игорем разговариваю, похвалил, они мой ролик взяли, эту часть, когда я о ней говорил, выставили. Несколько дней прошло, 1,5 миллиона просмотров. Смотрите, православный проповедник хвалит мусульманок, как они одеты. И мне сразу это скинули. Ты ничего этого не знаешь. Только в том, что у тебя до этого было, вот в этом, в этой атмосфере. Ну, подойди к кому-то и скажи, что мне нужно сделать. Я не специалист, еще раз говорю. Виктор Петеремов, а у нас два больших знатока. Они все могут делать. Гавриил тоже. Сестры, братья. Посмотрите, не тратьте зря время. Как свободное время включил, и уже тебя ждут. Какие материалы прямо на тебя будут люди скидывать. Что еще у кого есть? На сердце. Можно мне? Что у меня на сердце спеть? Лена. Много, Игнат Тихонович говорит, а проповеди по интернету. Можно у меня песня «Проповедь по интернету»? Я не хозяин. Как люди пожелают? Есть? Ой, мы слушаем. Я пока тут на карантине, как говорится, была. У меня штук 10, наверное, родилось. Вот песню, которую хочу спеть, потому что много очень народа сейчас умирает. Я на эту не планировала музыку, просто так напилась, Анна Герман. Не стоит бояться кончины своей, ведь здесь только тень жизни вечной. Настанет твой час, этот солнечный день, когда ты войдешь в бесконечность, когда ты войдешь в бесконечность, отступят все беды, невзгоды тогда, и сбудется с Господом встреча. Бояться нам нужно лишь только греха, что нам затворит двери вечность, что нам затворит двери вечность. Живи с чистой совестью здесь, на земле, добром людям путь освещая, и будет твоя бесконечной тогда в раю жизнь, где горя не знают, в раю жизнь, где горе не знают. Залог жизни будущей нам навсегда лишь крепкая вера в Иисуса.
Такой не приходит на суд никогда. Кто спас? Кто спас? Кто спас во Христе свою душу? Кто спас? Кто спас? Кто спас во Христе свою душу? Как важно с тобою нам здесь на земле с Иисусом Христом примириться. Об этом я буду с надеждой всегда молиться, молиться. Я буду Иисусу молиться, молиться, молиться. Я буду с надеждой молиться. Можно я скажу? Да? Можно мне сказать? Ну, так, я не сказал про Вахтанг, когда закончишь. Он рассчитался, и сегодня... О, чем еще помочь? А я уже писала, видите, что он не рассчитался. А может, казалось, вот видишь, обманул человек. А молились, и все стало так даже лучше, чем ожидали. Я думаю, надо помолиться, а расходись. Одну минуточку. Я ехала на этой неделе, вот эта песня у меня в голове закрутилась, я думаю, а вот интересно, у Лены есть слова на эту песню? И у меня даже слезы, когда она запела, у меня слезы хлынули из глаз, потому что как она услышала, как она узнала? Это Господь. Это невероятно просто.